Море цветов, радостные улыбки, напутственные слова, поздравления учителей. Накануне во всех школах области прошли торжественные линейки. Главными героями праздника стали, конечно же, первоклассники. О том, как отметили 1 сентября в школах Кирова, в нашем следующем сюжете. Первая учительница, первый урок, первая оценка. Впереди у этих первоклашек масса новых впечатлений. С 1 сентября начинается их долгий школьный путь. Первые успехи и первые трудности. В Кировском лицее естественных наук всегда с особым вниманием относились к тем, кто впервые переступает порог этого учебного заведения. Да и сами ребята еще заметно волнуются, поэтому 1 сентября каждого из них за руку в школу ведут мама и папа. Поздравляют самых младших учителя и почетные гости праздника. В Кировской области 1 сентября – это не просто праздник, это очень ответственный день, он масштабный. У нас сегодня открыли двери 600 школ Кировской области, 120 тысяч учеников сегодня садятся за парты. Причем мы достаточно давно и с полным на то основанием занимаем одно из лидирующих мест в Российской Федерации по качеству среднего образования. Я хочу обратиться к первоклассникам и пожелать им с радостью, улыбками и вот такими красивыми лицами, как сейчас, пройти все 10 лет. Напутственные слова, советы от старшеклассников и тех, кто уже давно закончил ставшую родную школу. Ну и, конечно, праздничный концерт. Школьные песни, стихотворения и театрализованные представления. Этот день должен запомниться школьникам навсегда. В 49-й школе решили немного отойти от привычного сценария. Сразу же после торжественной линейки ученики сели за парты. Вместо обычных уроков их ждал необычный классный час – олимпийский урок. Ребята высказали свои соображения по поводу выступления российской сборной на Олимпиаде. Все сошлись во мнении, что перед настоящей зимней Олимпиадой в Сочи спортсменам придется сильно потрудиться на тренировках, чтобы показать хороший результат у себя дома. В конце урока каждый из школьников сделал свой прогноз, касающийся результатов грядущей Олимпиады. Перед вами лежат три листочка цветных. Да? Каждый из них соответствует названию награды. То есть желтый цвет – это золото, красный цвет – серебро и зеленый цвет – это бронза. Ответ на главный вопрос, сколько медалей завоюет наша сборная и в каких видах спорта добьется успеха, наши спортсмены и ребята получат в 2014 году. Тогда же они смогут проверить точность сделанных ими прогнозов. Юлия Шалаева, Кирилл Альков, Вячеслав Голиков. Вести, Кировская область.